Bonjour chers amis, on va faire connaissance avec encore une règle. Давайте познакомимся с еще одним правилом. Мы с вами уже видели, что, например, когда после буквы С стоит О, Ю или А или какая-то согласная, то эта С должна считаться как К. Но есть случаи, когда она должна исторически читаться как С. Тогда эту С оставляют, но чтобы именно придать ей вот эту обязательность произнесения С, добавляет внизу маленький такой крючочек. Он называется «седия». И давайте посмотрим, какие слова у нас с этой «седия» существуют. Глаголы, которые заканчиваются на «се», вот это «се», «эр», такие как, например, глагол «плясе» первой группы, в форме «ну» и, например, в «импарфе» добавляет всегда этот значок. Давайте посмотрим. «Ну, плясон» добавили, потому что если бы его не было, мы должны были бы читать как «ну, плякон». D'accord? Точно так же «тю». Remplacer, ты что-то заменял в imparfait. Если бы не было значка, se читалось бы как tu remplaces, так? Не похоже, никто бы не узнал этого глагола. И ensuite, le garçon, мальчик. Ensuite, la leçon, урок. Le français, французский. La façon, способ, façon. J'ai reçu. Participe passé глагола recevoir, и все глаголы, которые спрягаются как recevoir, тоже будут иметь вот это вот su через sedia. Ni soi, изница человек, или, например, блюдо какое-то изницы, это прилагательное. Дальше, la façade, фасада, le glaçon, кусочек льда, le rinçage, процесс вот этого, когда мы полоскаем что-то. Ça, это... Provençal, провансальский, les fiançailles, помолвка. Ensuite, le commerçant, торговец, человек, который занимается торговлей, держатель лавки какой-то. La balançoire, это качели. И давайте все прочитаем еще раз. Nous plaçons, tu remplaces, le garçon, la leçon, le français, la leçon, j'ai reçu, niçois, la façade, le glaçon, le rinçage, ça, provençal, les fiançailles, le commerçant, la balançoire. Et voilà.